А мы продолжаем гостить в храме великомученика Никиты. И сейчас мы зашли в замечательную мастерскую «Шмель». Это просто потрясающе, что здесь есть и работы, паломники, которые сюда приезжают, могут такие вещи приобрести. Это все ручная работа. Такая красота, вообще такие фарточки. Да, такие вот фартушечки. Так красиво все. Вот мы обязательно тоже что-нибудь приобретем для своей благотворительной галереи, потому что, ну, вообще, это своими руками делать такое. Это все вот надо сидеть же, вот шить, вышивать. Такие одеялки. Так красиво. Паломники, которые приезжают, чтобы помолиться святому великомученику Никите, они тоже могут зайти в мастерскую, посмотреть. Вот юбочки здесь такие для паломника, очень красивые, можно приобрести. Фарточки. Фарточки такие красивые. Просто вообще шикарные, шикарные. Ну, сколько всего. Вот это выставка кукол, работ всяких. Здорово. А вот мы приезжали сюда летом, и мы брали тоже таких котиков. Котики вообще бесподобные. Тоже ручная работа. Приезжайте все в храм великомученика Никиты, в деревню Вывалино, к мощам великомученика Никиты. Обязательно заходите в мастерскую. Очень красиво. Здесь можно сделать все на заказ. По вашему размеру, что вам понравится. Такие сарафанчики. Красота. Здорово так. Ой, какие красивые фарточки. И будете готовить в таких красивых фарточках. С душой прям. В таком народном стиле. Очень красиво. Да, Адусенька тебе летом такой взяла фарточек. И мы, когда приезжаем тоже, мы всегда заходим сюда. Что-нибудь обязательно себе выбираем. Приезжайте, очень красиво все. Вот, какое красивое одеяло. Шикарно. Так, все, пока останавливаемся.